Так, а вообще, так, а... до вересника мне, сейчас даже, вроде как даже дистанция будет около 1700. Лапа эта дистанция берет, только надо четко между глаз дать. Да, 1700, это я правильно сказал. А ну. Сейчас. Не знаю, у меня боты как бы бегут, бегают на месте. Я не знаю. Все. А мне сюда куда-то шокает. Ты на базе? Да. У-у-у, ребята. Да, вот бегают красавцы. По базе, по вереснику. Сюда-сюда. С топором бегает. А снайпера, надо снайпера найти. А херни, нам, конечно, устроились, офигеть. А ну-ка, ща, парень. Вот так вот и стой. Рубишь деревья? Руби, пожалуйста. У меня два камня для вересника, поэтому я не вижу их. Надо немножко отдышаться. Не долетела. Прям под него упала пуля, надо еще выше, значит, целиться. Ну, я попаду, следующий выстрел я уже попаду, скорее всего. Если в текстуру не идет ничего. Вот это будет вообще 1700 слав. Уже убивал. Как дела у вас? Просто. Гениально, если честно. Отлично, лежим, ну. Ждем, пока Тимоха зачистит МВ. Я не зачищу. Я тоже об этом подумал. Нет. Я не вижу с базы мисс. Да, ни о чем это надо, тут лежим, я не понимаю. Я пытаюсь немного вересник отработать. Я сейчас буду по месту тоже работать. Нормально, ну, наверное. Ничего не мешает мне сейчас. Да, я приду, зачищу. Или да, или ты приеди. Только там захвати пару гранат все-таки с собой случайно. На всякий случай, случайно. Случайно. Дымовых, да. Случайно захвати. Случайно захвати. Ну, чилики не понял, откуда по ним залетело, поэтому они сейчас будут делать дальше ошибки. Я уверен в этом. Пойду погуляю. Чуть ближе. И мне будет кто-то рассказывать, что с 1700 с полтора километра можно кого-то заспотить. Даже с километра можно кого-то заспотить без оптики. Там люди отрисовываются. Ага. Через оптику них никого не видно уже. Все, текстуры пропадают. На такие дистанции. А, они базу. Типа снайпер на меня смотрит, лол. Какой? У них там вышка появилась. Прямо над вересником. Железная. И там наверху и там снайп? Сидит снайпер, да, и смотрит в мою сторону. Я не могу сейчас. Я вижу, я могу по нему стрелять, но я не могу остановиться, потому что, возможно, он меня тоже видит. Вижу. ДМР. ДМР сидит? Подожди, стой. ДМР. Точно ДМРка? Уверен? Да. Тогда даже не смешно. Я ложусь и стреляю. Ну, кому прянешь что-то? Либо импорт, либо ДМРка. Серьезно, я же подошел на 3 часа. Уже опять все пропало, блять. Боже, игра один. Я сейчас выйду отсюда, нахуй, серьезно. Кость. Идет игра нахуй, блять. Блять, я дыму забыл. Сидишь, блин, 2 года, ты тренируешься стрелять на большие дистанции, тебе серва говорит, иди в жопу, у нас 1.5 км максимум. Там двое сидят, по-моему. Пиздец, какой-то серьезно, это. Сейчас пока я отдышусь, пропадут эти текстуры. Просто чекай. метров. Я не знаю, как это стрелять сейчас, пока отдыхивается. Это значит 1400, 1500, 1600. Примерно понял, как стрелять. Сейчас попробую. 1400, 1500, 1600. Сейчас я туда РПГ ебну. УГ? Если УГ.
Короче, надо попасть. Там будут падать все с нее, блядь. Ну, это, наверное, шутка такая, да? Минус магазин, я просто протопил. Лол. А чё он никуда не уходит? Чё не дёргался? Что он делает? Да забей этот нарик. Ну, я его вырубил. Я магазин потерял, но я его вырубил. Хороший всё. Ёбни. Промахнуться. Хорош. Ну, этот готов. Второй встал. Слезает. Стоп, я все патроны уже просрал на лапу. Осколочный, да, долбить? Да. Один остался. Надо релогаться, короче. Слушай, это самое. Притащи на лапу патронов мне. Ой, и второй сдох. Мел, значит, тоже с ними. Здорово. Так, имеет смысл поговорить? Так, если это... А ну-ка... Как мне стрелять? Ну, допустим, вот так. Так, что случилось? Ага. Я ушел. Ты входила? А, да. Минус два. Минус два, ты серьезно? Блин, это красавчик, конечно. 10 минут, и я к вам обратно. Окей. Okay. Мне что-то надоело, опять сидишь. Добрым утром, блядь. Я выключил записи на время, когда монтировал. Ёб твою мать. Ну, вон челик сидит. Фу. Лол. 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 Кик. Чебурик. Ну, он опять сидит. Чё? Что делать? Я сейчас борща въебал. Мысок 3, блядь, въебал. До свидания, лол. Лол, хорош. Надо его привыкнуть. Тони пуля в зубах, пидор. Ну, типа, сами пацаны построились, типа. Короче, да не, базар с ним сам я не хочу. Короче, не буду писать сейчас. Не надо, да? Да сейчас начнется там, короче. Что, Детрон там? Меня опять трясет. Боже, мне холодно. Опять на велик садится. Так я уже сидел. Грелся, блин. Сейчас я тебе привезу хингрелок.